Всем привет! Сегодня прогуляемся в бездну, призовем немножко героев. По традиции немного доната. Прошу не судить строго, как бы это, что творю, что хочу, то творю. Так, идем сразу в призыв и крутим за жетоны. 13 призывов здесь. Очень интересно получить каких-то рекомендованных, и у меня нету пока героя месяца. То есть сейчас мы видим Аркамуш, 4 звезды. Идем дальше. Бальтазар. И мне, в принципе, вот еще сундучки перерождения нужны, потому что не хватает предметов. Поппи. Осталось 8 призывов. Морис. Поппи. 5. Так. Тут у нас Ганджу. Гремс. Элло. Так, возьмем сейчас сундучок. Крепкий щит. Ничего интересного. Так. Х10. Татах. Морис. Элло. Валерморг. Аркамуш. Зилалей, Морис, Тибуртус, Поппи и последний призыв — Царь Обезьян за Х10. Бонусного раунда нету. Так, открываем сундучок. Магический шар. Это нужно было. Так, и давайте докрутим сюда сейчас 3 призыва, которые просто за монетки оставались. Бальтазар. Оппи. Ну и что у нас здесь? Ганджу. Ну, не знаю. Давайте парочку еще. Там было 23, чтобы было 25 призывов. Джахангир. И последний. Элло. Вы все видели сами. Призыв ни о чем. Но, ладно. Будем дальше. В следующем призыве увидимся. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.